Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть его заключается в том, что девушка долгое время была с одним мужчиной, он был единственным при первом, и они разошлись около месяца назад. Она не знала, что делать, как себя вести и быть, а потом так получилось, что вступила в интимный контакт с мужчиной другим, вот, с которым познакомились в ту же ночь в клубе, вот. Она сама оценивает это как глупый, ужасный и плохой поступок. Вот, она не отрицает, что они оба были выпившие, вот, и себя после этого очень терзала. Две недели назад она вместе с компанией поехала на туристическую базу, вот, там произошел еще один такой случай. И теперь она себе не находит мерзко, говорит, что как-то мерзко мне, считая себя девушкой легкого поведения, которая не умеет себя сдерживать. Тут несколько есть моментов, вот. Во-первых, если мы говорим про сдерживающий фактор, то есть вот то, что вы не умеете себя сдерживать. Вот, наверное, ну, было бы неплохо как-то вот вообще сначала понять для себя, в чем, собственно, вы себя, как вот вы говорите, не сдерживайте, не сдерживайте себя вы, в чем. То есть, если вот у вас происходит вот такой, грубо говоря, процесс, то вы себя сдерживаете, то, наверное, вы себя сдерживаете в чем-то, вот. Ну и, соответственно, как мне кажется, достаточно логичный был бы здесь вопрос, да, в чем именно вы себя сдерживаете, вот. То есть, ну, конкретно, вот, в чем. То есть вам чего-то хочется, да, вот, а вы себя сдерживаете. Вот. Только вот в данном конкретном случае, не совсем понятно, чего вам хочется. Вот, и, допустим, у вас никогда не было вот опыта взаимодействия с подобными желаниями, да, вот, ну, чтобы это не было, да, и вы не знаете, как на вот подобные желания, ну, вообще реагировать, допустим. Сейчас как бы вы реагируете, ну, вот так как умеете, вот. Но что это за желание, например, да, что оно из себя представляет, это желание, например, вы как-то вот, ну, не очень хорошо, наверное, понимаете, вот, поэтому прежде чем ставить вопрос о том, чтобы себя сдерживать в чем-то, наверное, нужно понять, чего вы вообще хотите для себя, как бы.
Вот. То есть это вот один из, ну, таких вот, как мне кажется, достаточно важных моментов, потому что иначе, ну, все это несколько вот лишено смысла. Вот. Надеюсь, вы это понимаете. То есть вам нужно в первую очередь, да, для себя, вот, в первую очередь, для себя, именно чтобы увидеть, понять, чего вы хотите. Вот. Что это? Потому что то, что, условно говоря, вы решаете как бы через секс, например, допустим, ну, может быть, это ну, не совсем, не совсем та позиция, не совсем то, чего бы вы хотели. Вот не совсем то, что вам, ну, не совсем то, как вам это видится, например. Вот. Поэтому первое, вот, помочь вам через стыд, через, может быть, через сопротивление определенное, да? Вот. А как-то вот понять, чего именно вы хотите для себя. Это первое. А второй момент, на который, пожалуй, я бы вот хотел обратить ваше внимание, это то, что вы описываете, что вы были долго в отношениях, вот, потом вы расстаетесь с человеком, и по вашим словам не знаете, там, вообще, как себя вести и что делать. Вот. Ну, опять же, отдельный вопрос, как бы в данном случае, для меня, по крайней мере, звучит так. Почему надо вообще, вот, ну, почему вы считаете, что вообще нужно вот, ну, что-то делать? Почему вы считаете, что нужно как-то себя вести? То есть, как правило, ну, после расставания, да, больно, неприятно, вот, такое вот, несколько, ну, несколько такое вот стрессовое состояние, вот, эмоционально. И вы, в принципе, ну, ничего особо не хочется в этот момент. Вот. А вы же вот в данном случае как будто требуете от себя каких-то действий, вот, какого-то поведения. Вот, а на самом деле очень похоже, что вы находились и находитесь в состоянии стресса. Вот, состояние более чем естественное и нормальное для подобных происшествий, потому что у вас это впервые. Вот. Ну и люди, в общем-то, в стрессе,
Вот, люди, вот, люди, ну, находящиеся вот в стрессовом таком состоянии, да, они, в общем и целом, совершают какие-то действия, поступки для них не характерны, чтобы как раз-таки себя стресс снять. То есть это снятие стресса, с одной стороны. С другой стороны, если с мужчиной вы расстались нехорошо, например, ну то есть если у вас там есть какие-то обиды на него, какие-то вот, может быть, к нему претензии, а вот, то это может быть вместе. Вот, то есть вы ему так вот можете пытаться отомстить. Отомстить за то, что он вас бросил. Ну, это как вы думаете. Понимаете, да, это вот, как вы думаете, что вот, ну, это как вам, там, грубо говоря, как вам кажется, что, что вы ему, ну, что вы им, ну, мстите, как бы, человеку, вот. А то вот у вас, ну, пока вот, такая мысль, что вот вы, ему мстить, вот, смотри, я, там, не знаю, я, там, больше не твоя, да, там, больше тебе не принадлежу, вот, и так далее. То есть это вот такая вот история может быть, вот. Ну, как бы, вашему молодому человеку, в принципе, уже, как бы, может быть, и все равно, то есть, как бы, он, как бы, с вами уже, ну, не в отношениях, да, вот, ему уже, может быть, все равно, а вы, как бы, еще вот этим живете и так далее, потому что, ну, там, например, для вас это имеет, там, больше, ну, больше значения, чем, допустим, для него, ну, например. Например. Вот. То есть это вполне вероятно на вас вот так вот повлияло вот расставание с мужчиной, особенно если повторюсь, это вот было как-то вот впервые для вас. То есть понятно, что вы там переживаете, понятно, что вы там не знаете вообще, что вам делать и так далее, как бы тут, ну, это нормально, это нормально, это абсолютно нормально. Ну, возможно, вы себя как-то вот, ну, видите, да, вот себя можете обнять, потому что произошел разрыв с, ну, с человеком произошел разрыв, вы себя вот видите как раз в этом, потому что разрыв произошел, ну, вот вы можете себя в этом винить и соответственно наказывать себя. Вот. Ну, за то, что вот вы, как бы, ну, расстались со своим молодым человеком. Вот. Такое тоже может быть, к сожалению, здесь. Ну, вот, поэтому важно, чтобы вот вы для себя эти моменты
попытались вот выделить, важно, что выделить себя эти моменты, постарались, ну, как-то вот вытащить, вот, чтобы, ну, что вот лучше понимать, вот, чего вам хочется, в принципе, сейчас, что для вас самое важное сейчас, и так далее. Вот. А то, что вы себя вините и терзаете за то, что вот, ну, поступили как-то вот, как вам кажется, плохо. Ну, я бы сказал, что здесь вы, конечно, играете в определенную игру, потому что вы будете снова и снова совершать ошибки. Вот это вот, по вашему мнению, ошибку вы будете совершать. Вот. Ну, потому что вам нужно именно вот себя обвинять. То есть это как бы суть, что вы себя хотите обвинять. Вот. Что вам нужно себя обвинять. Вот. Потому что если не себя обвинять, да, например, если я не виноват, вот, то кто тогда? Ну, то есть нужно кого-то обвинить. Вот вы пытаетесь, может быть, плохой, чтобы вот, ну, убедить себя, может быть, как раз в том, что ну, что вы достойны того, чтобы вас бросило, например. Вот. То есть тут вот может быть такая история. Вот. То есть это вот, ну, иллюзия в какой-то степени, да? То есть это неправда, вот. В какой-то степени, ну, вас это, скорее всего, на данный момент, то не очень волнует. Вот. Ну, как я думаю, скорее всего. Вот, поэтому тут вот как-то вот, на мой взгляд, нужно смотреть вот в сторону, пожалуй, именно вот этого аспекта. Вот, в сторону именно как раз вот этих моментов, о которых я пытаюсь вам сказать. И дальше уже смотреть и разбираться. Вот. В том, допустим, какой у вас приоритет, в том, допустим, чего вы хотите, в том, допустим, что для вас важно, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и чего хотите по итогу. Вот. Тоже такой вот достаточно важный момент. Вот. Чего хотите по итогу. То есть, ну, чего вам нужно. Вот. Если хотите расставание пережить, например. Ну, поможем пережить расставание.
если хотите. Но себе хотите разобраться, ну, поможем себе разобраться. То есть главное вам сформулировать, как мне кажется, то, что, ну, чего вы хотите. Вот. Тогда, соответственно, уже можно будет как-то вам помочь. Вот. Такая вот история. То, что расставание всегда является травмой, это факт. Вот. Всегда. То, что расставание всегда является травмой, это факт. Абсолютно. То, что каждый человек справляется с этим так, как он умеет, тоже факт абсолютный. Вот. И вы от себя, вот, знаете, ждете, как мне кажется, какой-то каких-то героических действий, вот, вы дождете каких-то героических поступков, вот, но вы человек, вы ведете себя как человек, и, соответственно, желание у вас тоже вот, вполне себе человеческое. Поэтому, на мой взгляд, все более чем адекватно. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Просто вы вот это, ну, пока что, да, вы это вот, ну, отказываетесь вот это как-то признавать, что ли. Вот. Такой момент. Вот. Ну, в этом, вам в этом можно помочь. Вот. Если вы сами готовы вот, ну, в этом разбираться, например. Потому что, ну, сейчас вы даже вопрос никакой не задали. Вот. Просто вот написали, вот, что вот есть вот такая ситуация, да? И все. Вот. Я думаю, нужно начать с того, чтобы прояснять какие-то вещи, вот. Ну, которые вас вот там беспокоят, которые вас тревожат и так далее. Дальше уже как-то вот будет все само собой, думаю, вот становится, ну, понятнее, будет становиться более очевидным, вот, более таким простым.
если вот есть кто-то, да, вот, ну, я имею в виду с вами, там, кому вы можете там поплакать, кому вы можете там рассказать вот то, что вас, ну, тревожит, беспокоит. Вот это вообще замечательно. То есть вообще замечательно, если вы с кем-то поделитесь. Вот. Ну, идеальный вариант, это, конечно, психолог. Вот, идеальный вариант, это психотерапия. Вот. Ну, ваша вот, собственно, психотерапия сейчас. Потому что, ну, отношения, они, вот, закончились, да, совершились не просто так, вот, как бы, ну, то есть, очевидно, что, ну, были, да, какие-то причины, вот, и, соответственно, вы внесли свой вклад, то, что это стало вот возможным, в том числе, вот, в том, вы внесли свой вклад, то, что это произошло именно так, как бы, а не по-другому. И вполне возможно, что сложнее всего вам вот сталкиваться с ответственностью. Вот, именно вот, ну, со своей ответственностью за свои какие-то действия. Я думаю, я бы обратил ваше внимание на эти факты сейчас. И с ними, соответственно, работал бы. Вот такой примерно ответ я бы вам дал. Пока что, с точки зрения, значит, психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения, ну, моего опыта, да, который, ну, который есть, у меня, например. Вот, и, соответственно, уже можно будет смотреть дальше, чем вам помочь. Вот. А на этом все. Пожалуй, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.